конфетами, шоколадными диетами. Я уже на себе проверила, я была вообще нормальная, вот нормальная, красивая, худенькая, но я начала вот этим всем баловаться, питьевые, шоколадные, ничего не жрала, жрала только до 12 часов дня. И вот это все отложилось. Я как только начинала нормально, правильно питаться, это все в бока ушло. И реально от здоровой пищи я поправлялась. Но сейчас я уже вот 2 недели живу в доме, правильно питаюсь, занимаюсь спортом, и реально я уже похудела на 3 килограмма, на 3,5. Вот. Лучше так по чуть-чуть и скидывать реальность проблемных точек, чем ничего не жрать. Потом, в конце концов, ты захочешь жрать и поправишься еще больше, чем похудела.